бәріне сәлем бол. Мен жантас ой. Және мен Али. Мен Али бар еще. Короче, чикенганда нова шықты. Егер Али обновитетсе, а вот чем шығады, өйткені ода айфон емес, наоборот, ода Realme дейтін телефон. Короче, D09, когда обнова шыққан, со он спокойно курсите аваду и кинул до айфон. Только что мне в бота прислали вот такой вот скриншот, в который я не сразу поверил. Потому что увидел, что вышло обновление 4.2.0 на айфонах. Но ведь разраб никогда не выпускал обновления на айфонах, первее, чем на андроидах. Я сразу же побежал проверять, и это оказалось правдой. И как видите, я сейчас в Чикенгане, версия 4.2.0. Очень интересно посмотреть, что же вышло в этой обнове. Но перед началом, как обычно, вы сами знаете, нужно поставить лайк, подписаться на канал. И только после этого мы можем начать. Погнали. А оружие, кстати, вот эти были? Да, были. Ничего не добавили в оружие, окей. Ладно, давайте машины сразу идем. Ага. Смотри, Chicken Toys! Да, то это вообще по-другому называлось. А он сделал Chicken Toys. Разраб переделал бумагу, что ли. Проблема фабрики. То есть, да. Получается, теперь внутри Чикенгана есть какая-то своя компания. Шляпы смотрим. Да сколько шляп здесь? Это новые? А, нет, были, да? А, были, забей. Тоже ничего. Где новые вещи? А, вот этих не было. Что? Чего? Смотрите, это... А, я подумал, это из Чикен... Ой, из Бравл Старса. Тут пиццу добавили, алло. Так, подождите, давайте так. Бублик какой-то тоже покупаем. Пицца, имба. Ну и тут костюмчики такие. О, костюм. Вот куртка еще черная, прикольная. KFC, тут даже... Это KFC или что это? Так, здесь просто... Или он что-то добавил с чаем. Это должно быть... О, яблоко, алло, это яблоко. Красное меню и какое-то тоже синее просто. Ну, кстати, синее прикольно. Режимы. Ну, нет, конечно же, нового режима, очевидно. Что? А чё это? Если это Дикий Запад, это просто имба будет. Офигеть, это реально. Какая проработанная карта. Подождите, тени. Капец, тут вообще. Ну, я надеюсь, ее фиксить, конечно же, разраб не будет и урезать, потому что... По факту, у нее, кстати, реально прикольная карта. Это вообще имба. Тут, не, ну тут прям так детализировано, как будто... кого-то может лагать реально. Ну, тут могу так сказать, ночь тут выглядит тоже офигенно. Ну, карта довольно по размерам, ну, норм, в принципе, если считать, что здесь просто такой городочек. Каньон, вот это вообще ландшафт довольно тоже прикольный. Да, дальше просто идет, как я понял, пустота. Поезд даже можно сделать. О, там мост какой-то, я хочу еще сейчас туда пойти. О, баг первый. Ё-моё. Тут, конечно... Неприятненький такой баг. Не, это вообще дикий баг. Тут вся карта пропадает. Что с этим делать? Ну, тут, наверное, нифига нет. А, нет, какая-то бочка. По-любому, внутри этой бочки что-то есть. Так, окей, давайте. Предметы, погнали. Подожди, что-то там белое. Вот, что это? Это что? О, что за прикольно? Неужели это появилось? О, да, чуть-чуть мимо узнал. Вон, тупер вывеска с плеером. Где? Реально? Ой, это имба. Я хотел сказать, что там что-то висит, мне кажется. Это... А тут что? А тут что? А тут тоже плеер. Чего? Что? Короче, телек, тут мемы какие-то просто показываются. Видимо, тоже есть Chicken Memes. Тут я листаю, тут дофига мемов. Вот, это все, я уже до конца написал. Это было, помню. Прикольный телек, такой типа будущего. Тут есть предметы. Чего? О, добавили все? Да. Ну, не все. Короче, свинья, кот, цыпленок. Да, чтобы можно было одевать на них предметы. Кстати, давай проверим, мало ли. Не, нельзя. Так, ну и все, я тут больше не замечаю новых предметов. Да, о. Ну тут просто танец как-то такой с мечами. Кстати, о, шарики прикольные. О, вот это прикольная анимация. Да, это классно. О, я сломал. Еще это мажет. Подожди. А ну, да, давайте проверим. Я сейчас машину поставлю. Мне, кстати, показалось, что у нас ваншотает. А, подождите, это было вот это? Вот это было? Я тебе просто еду на этом унитазе. Ну и вот эту тачку чисто. Ема, погнали. И все, едем по этой... По пустыне. Не, карта, ну это прикольная реально карта. А тут есть край у этой карты вообще. Да, сейчас нету. Нет, стоп, тут есть край у этой карты. Да вот я еду и как-то нету его. Карта большая. О, механика двери какая-то на новой карте. Зайди в салон, где типа бар. А, вот, я понял. Ну-ка, я сейчас просто зайду, да? Реально. Тут даже анимация вот сейчас. О, так типа они так еще захлопываются. Ну прикольно. Ну да, обнова. Маленькая, в принципе, практически такая же, как и в прошлый раз. Ничего особенного, просто, ну, прикольно. Если бы вы в Чикенган хакерсе, блин, шагады. Блин, фейк имес.
Карда Кремс, короче. Yeah. Карда Кремс. Кремс. Ну, сначала нормально сердце, обычно. Как обычно. И сосуд скримишь. А, что это? Hello, пупсик. Hello, пупсик. Что? Ой, кавайный крем чикинганга. Ладно, давай крик. Да, блин, я обновил это и все. Я на чикингана видела. Что это дантюсы? Баснан. Баснан, совсем обычная. О? Ну а? А, киносерап на витец веган, давай обновить этесу. Меня обновить етем. Ну не, я обновить етем здесь. А все обновить-то бас подлой, басай. Не? Не. А-а-а. Понятно. Давай. 70 миллиард доин варвай. Я. Когда миллиард доин да вышер. Ватсап-то имя столько. Сывай, сывай, арди. Ладно, стас, снеги. Она думала, лайк, пацаны, смотрите, сейчас скажу, вот она, Кашин Чикинган, видео варшикан. Кизде, ну, короче, бельмим, Кашин Чикинган, как одет. И пока что Чикинган, видео варшикан. Ну, муж, шикан, саботар.